моим подписчикам и гостям канала. Сегодня я снимаю для вас очередной выпуск рубрики «Поговорим о здоровье». В нем мы продолжим борьбу с ненавистными всеми нами прыщами. Я уже снимала подобный выпуск, в котором рассказывала о наиболее бюджетных и достаточно эффективных средствах по борьбе с прыщами. Я здесь где-нибудь оставлю ссылочку, вы можете при желании этот выпуск посмотреть. Сегодня же я хочу с вами поделиться своим новым открытием, очень эффективным кремом по борьбе с прыщами, кремом Розамет. Те, кто еще про этот крем не слышал, не пробовал, оставайтесь со мной, я вам все про него подробно расскажу. Так случилось, что в начале этого лета с моей кожей стало происходить что-то невероятное. Стали появляться на щеках какие-то мелкие прыщики, которые со временем стали расти, становиться болезненными. Я, честно сказать, испугалась, поскольку давно с кожей таких проблем у меня не было, и пошла к дерматологу. Там мне посоветовал врач приобрести крем Розамет и применять его на ночь в течение 2 недель. И не поверите, буквально со 2-3 дня применения я стала замечать результат. Прыщики проходили. Я пришла повторно к дерматологу и сказала, что мне понравился результат, и я бы с удовольствием продолжила пользоваться этим кремом. Только мне было интересно узнать, можно ли его использовать на какой-то там постоянной или курсовой основе. Она мне сказала, что крем Розамет можно применять до 3 месяцев подряд, ежедневно на ночь, а потом необходимо сделать перерыв или сменить средство. И вот сейчас я пользуюсь кремом Розамет уже 3-й месяц, то есть июнь, июль, вот август. Это у меня целая, только что купленная новая упаковочка. Вот до конца августа я ее планирую закончить и потом перейти на другое средство. Поэтому в эффективности Розамета я убедилась однозначно и хочу вам об этом рассказать. Крем недорогой, стоит он в районе 200 рублей. Вот такая вот упаковочка, 25 граммов. Хватает ее надолго, примерно, ну практически можно сказать на месяц. Такая крышечка интересная. И вот таким вот образом мы заворачиваем колпачок, прокалываем, соответственно, упаковочку. Так происходит первое вскрытие, и вот так мы добываем крем. Крем сам по себе белый, без особого запаха. Жирненький, очень хорошо распространяется по лицу. Достаточно вот такой небольшой капли, чтобы смазать все лицо. Как мы видим, он не сразу впитывается, то есть его нужно так мягко повтирать в кожу. А лучше брать его небольшими порциями и стараться не перебарщивать. Небольшими порциями, сначала там на одну щеку, потом на другую, потом на лоб. И все так потихонечку, аккуратненько все втирать, все распределять по личику. В результате он полностью впитывается, небольшая такая пленочка и жирность остается, но не критичная. Личико очень мягкое становится, и даже на утро, в общем-то, особого жирного блеска, я бы не сказала, что какой-то особо критичный жирный блеск на лице после этого крема с утра. Результаты же после него вы заметите очень быстро. То есть вот реально прыщи он стирает словно ластиком. Он также убирает различные повреждения кожи в плане там каких-то ссадин, болячек, там, если у вас, допустим, если вы неудачно расковыряли прыщик и какой-то у вас есть повреждение кожи, он это тоже очень хорошо заживляет. С порами забитыми он не борется, то есть поры ваши останутся на месте, он их не очищает, не сужает. На это как бы можно и не рассчитывать. Но вот именно с прыщиками он борется на ура. Реально за лето, за это я просто забыла, что такое вообще прыщи на лице. Я могу позволить себе ходить даже не припудриваясь или с легким-легким тоненьким слоем пудры просто от жирного блеска. Вот. Что-то маскировать, что-то как-то там замазывать мне вообще не приходится, потому что больших проблем на лице, каких-то прыщей и воспалений у меня нет. То есть крем однозначно стоящий, недорогой, и если вы страдаете прыщиками, высыпаниями, и если вы еще не пробовали
этот крем, обязательно купите. Также этот крем может применяться для лечения демодекоза кожи. Но это очень неприятная вещь. Не буду углубляться в эту тему, думаю, что это тема отдельного видео. Только могу сказать, что Розамет крем вот такой уникальный, универсальный, что и от простых прыщиков может подойти, и для лечения и профилактики демодекоза кожи. Так что однозначно рекомендую, обратите внимание, почитайте инструкцию и попробуйте применить этот крем. Возможно, он вам подойдет так же замечательно, как и подошел мне. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну а пока, пока-пока, до новых встреч!